Детский сад «Светофорчик» в Нижневартовске, как и еще 34 дошкольных учреждения в нашем регионе, был построен по программе сотрудничества. Это общая финансовая копилка трех субъектов Российской Федерации – Югры, Ямала и Тюменской области. Благодаря этому пакету договоренностей строятся крупные социально значимые объекты. «Светофорчик» возведен с учетом всех современных требований и оснащен по последнему слову науки и техники. Здесь есть даже мини-планетарий. Все вопросы патриотизма изучаются и закрепляются во время образовательного процесса. У нас есть мини-музеи, это и посвященные жизни народов Ханты, и есть русская изба. Все делается в совместной деятельности с родителями, проводятся конкурсы, на основании чего потом мы выбираем лучшие работы и наполняем их музеями. По программе сотрудничества строятся школы, больницы, объекты культуры, спорта, здравоохранения, автомобильные магистрали. Одна из главных задач, стоящих перед Югрой, вывести на новый уровень как раз дороги. Согласно президентскому указу, к 2023 году в каждом из регионов должно остаться не более 10% трасс, не соответствующих норме. Посмотрим, во что будут с точки зрения принятия решений выведены показатели по федеральным дорогам. Если говорить о наших региональных дорогах, то мы приходим к тому, что войдем в стандарт и по муниципальным дорогам в том числе. Экономика Югры и Ямала интегрирована с Тюменью и наоборот. Промышленность Юга области развивает сельское хозяйство, медицинский туризм, переработку углеводородного сырья. Результаты, которые мы имеем по итогу 2017 года, позволяет нам уверенно смотреть вперед. Сегодня более 60 тюменских заводов работают и поставляют свою продукцию и услуги нефтегазодобывающим компаниям Югры и Ямала. В прошлом году было заключено контрактов на общую сумму почти 65 миллиардов рублей. При этом по 113 наименованиям продукции это фактически импортозамещение. В дальнейшем программа сотрудничества продолжится. Как заявили руководители регионов, будут ставиться новые актуальные цели и задачи. Сложные вопросы намерены решать совместными усилиями при поддержке жителей Югры, Ямала и Тюменской области. Юлия Сидорова, Дмитрий Круковец при поддержке телерадиокомпании «Югра».